Совершенно не случайно так получилось, что я так думаю, не случайно, что вот я говорю это на фоне именно этой съемки, потому что мы сейчас в доме у дочери академика Липунова Натальи Алексеевны. Ну, вообще как-то привычно, что воспоминания приходят как бы ну, со временем, там, когда человек прожил жизнь, обогатился опытом. Но вот воспоминания вообще на протяжении жизни меняются. То есть человек живет, он вспоминает разные периоды жизни, всякий раз по-разному. И меня так потрясло, что вот совершенно молодые люди взяли и сняли сюжет о своем детстве. Оно закончилось или не закончилось, еще неизвестно, но они вот сняли фильм «Дети 90-х», то есть как бы свои детские воспоминания. Он оказывает влияние на зрителя, он заставляет что-то вспомнить, о чем-то задуматься, он предлагает вот какое-то свое состояние, которое в нем есть, предлагает зрителю, и это, в общем, зрителю остается. Поэтому я считаю, что это замечательно, я считаю, что это лучший фильм, не потому что все остальные плохие, но какой-то, в общем-то, может мне понравиться больше всех.